со всех сторон и впадает в Тихий океан. Остров Ханьань Китайской Народной Республики. Пока нормально, полет был нормальный. Вот ребенок сейчас плачет, беспокоится. Командир опускает шасси. Идем на снижение. Высота 10 тысяч метров. Вон они, мельницы эти. Электроэнергию добывают китайцы. И там на побережье стоят. Так же, как и на Кипре, такие же мельницы вырабатывают электрический ток халявный. Так открывается фюзеляж, или как тормоз по-нашему. Система торможения тормозит на высоте километров 10, наверное, где-то. Оп, закрыл. Я, может, проверял. Сейчас уже хорошо видно город Хайкоу, на побережье такой. Небоскребы стоят, лодки плавают. Какой-то туман какой-то. Да, что, время уже 6:30 вечера. 7 вечера у них. Солнце уже садится. Погода холодная, 21 градус, сказали. Прохладно. Ну, потому что на север остров прилетели. Сейчас еще часа 4, а может и все 5 ехать на автобусе через весь остров в Санью. Короче, целые сутки в дороге. Получается, целые сутки. Все, едем. Да, большой город. Заливчики, лодочки, островок. Идем плавно на снижение. С моря мы выдвигаемся, все, над морем пролетели и садимся в городе Хайкоу. Ну, город с населением чуть больше 500 000 человек. Да и остров сам 200 на 300 километров. В принципе, небольшой. Но считается самый чистый в мире. В мире по экологии. Занимает первое место. Воздух здесь самый-самый чистый, целебный. Так пишут, по крайней мере, и говорят. Красивый поворот делает. Пошел налево. Ну, развязки, что-то транспорт. Ну, что-то растительность какая-то бедная. Пальм, ничего такого нет. Вот Хайкоу. Заходим на посадку. Право руля дает. Сейчас пойдем на поворот. Там море. Север острова. Город Хайкоу. Столица острова Ханьянь. Какие-то болотца. Озеро. Ну, что-то, конечно, представление такое, как будто как пустыня. Не такое, не богатое. Не тропический. Обезьянок не видно. Пальм нету. Какие-то болотца, болота. Поворот опять пошел. Заваливает левое крыло. Домишки. Впечатление, конечно, было другое. Да, воды, конечно, болото. Все такое водяное все. Как в болоте. Интересно. Просим вас еще раз убедить в том, что ваши ремни безопасности застегнуты и туго затянуты. Подлокотники опущены, столик закрыт. Благодарю за внимание. Высота уже где-то 500 метров, все меньше, 300, 200, 150, 100
50 метров, 40 метров, 20 метров, 10 метров, 5 метров, 3, 2, 1. Садимся. Шасси. Забыл выпустить. Вот, поставил, молодец. Спасибо. Хайкоу. Аэропорт Хайкоу. Аплодисменты. Командиры корабля благодарят пассажира, что все живы, целы, в сохранности. Доставил нас на китайскую землю. Решение для вашей безопасности и безопасности пассажиров, которые находятся рядом с вами. Настоятельно прошу вас оставаться на своих местах и застегнуть ремнями безопасности. Идет там, вдалеке идет тоже на посадку. Аэропорт Хайкоу. Посадку в аэропорту города Хайкоу. Местное время 18 часов. Температура воздуха 21 градусов. Для вашей безопасности и безопасности пассажиров.